Спасибо, что соблюдаете дистанцию. Листовки с такой надписью на каждом втором сидении в салоне автобуса. Правда, иногда в утренний час пик этой самой дистанции придерживаться не удается. Из-за послаблений в работе крупных предприятий людей на общественном транспорте стало гораздо больше. Чтобы не нарушать рекомендации по безопасности, автобусов на востребованные рейсы тоже добавили. Уже сейчас их на 30% больше, чем на прошлой неделе. Если отдел транспорта и связи в ходе выездных проверок замечает, что количество пассажиров больше, чем необходимо, то есть не соблюдается социальная дистанция, то мы в рабочем порядке с перевозчиками просим их увеличить количество автобусов. Например, на маршруте номер 3 было 6 автобусов, мы попросили увеличить до 8. С учетом эпидемиологической обстановки в автобусе так называемого «большого класса» может одновременно находиться не более 20 человек. В троллейбусах еще меньше, всего 15 пассажиров. Вы можете не пустить, допустим, если людей слишком много? Ну, пока такого не было. Если у вас будет такая ситуация, что автобус уже 15 человек, то есть вы не остановитесь просто на остановке или как? Ну, запрашиваем диспетчером. Однако следить за соблюдением масочного режима водитель транспортного средства и не должен. Здесь полагаются лишь на сознательность самих граждан. В случае, если пассажир пренебрег средствами защиты, его вправе оштрафовать за административное правонарушение. Нина Бережная, Ксения Брагина, Алексей Сыченко. Новости Химки ТВ.